Добрый день. Я Рабинович Альмин Моисеевич. Мы с вами поговорим о ПБУ 1802, о взаимосвязи двух разрешаемых им методов расчета отложенных налоговых, о балансовом, новом для нас 2020 года, и о знакомом для нас небалансовом, который называют методом отсрочки, методов затрат. Я покажу вам взаимосвязь этих методов, сделаю это на конкретных примерах, и в том числе мы с вами рассмотрим последние нововведения в применении ПБУ 1802. Смотрите на видеоконсультант.